Всем привет, вы на канале Лил По, и сегодня по вашим многочисленным запросам, которые вы постоянно пишете мне в комментариях, я поняла, что вы хотите видеть намного больше видео с укулеле, потому что их достаточно давно не было, и сегодня я снимаю для вас новый видеоурок. В этом ролике я покажу вам, как играется песня «Сеньорита». Ну и давайте я сыграю вам данную мелодию. Данная мелодия играется с помощью таблатуры, и давайте сначала я расскажу вам, как правильно ее читать. Эти пунктирные линии значат струны, то есть первая, вторая, третья и четвертая. Цифры обозначают лады, которые мы должны зажимать. И цифра 0 означает, соответственно, открытый лад, то есть открытую струну, которую нужно сыграть так. Ну и чтобы вам было попонятнее, перейдем сразу же к разбору песни, я вам наглядно все покажу. Данная мелодия начинается с первой струны второго лада, и мы это играем вот так. Далее идет третий лад, второй, потом цифра 0, как я говорила, это открытая струна, в данном случае первая. Потом снова второй лад, третий, открытая. Далее мы переходим на вторую, играем открытую вторую струну. Потом третья. Вот эта вот диагональ сверху, это обозначает, что играется просто один раз, но очень длительно. То есть вот так. Далее третий лад на второй струне. И так далее. Ну и давайте попробуем сыграть первый кусочек. Второй кусок играется точно так же, как первый, но там идут другие аккорды. Я думаю, что вы поняли, как читать таблатуру, поэтому сыграем сразу же вторую часть. Если вы научились играть данную мелодию и поняли, как читать табы, то ставьте этому видео палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео, узнавать о них самым первыми. Ну и всем пока-пока. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. Пока.